Всем привет! Сегодня снова с вами железнодорожник Дэн. И я хочу поговорить о том, как определить, какой версии смартфон у вас. Вот. Все смартфоны работают на Android. А для чего это нужно? Допустим, если вы занимаетесь такими программами, как Teams и как Zoom, это мессенджеры, то они требуют прошивки 10-й версии и выше. Ниже 10-й версии Android они просто не хотят работать. Вот. Для того, чтобы определить, какой версию ваш телефон, смартфон, для этого сейчас покажу, что надо сделать. Заходим в настройки. У меня простая версия Андроида, если у вас Xiaomi или Samsung, там немножко по-другому. Свои нюансы есть, или немножко другой функционал. Но принцип везде один и тот же на андроидах. Значит, заходим в настройки и ищем такую штуку, как о телефоне. Она может быть в разных разделах. У меня вот сразу идет о телефоне внизу. Я пролистываю внизу о телефоне. У других может быть в расширенных настройках, может быть в системе. Вот, вы просто полистайте и посмотрите. Находим вот эту штуку о телефоне, тайпаем по ней, то есть нажимаем на нее, и вам выскакивает, какая версия у вас Android. Здесь вот видите название устройства, какое у меня тут, юридическая информация, модель. Вот, а дальше идем и видим версию Android. Если я тайпну по версии Android, 13-я версия, у меня, значит, получается вот версия, когда она обновлена, что за прошивка, вот, но это вам не надо совершенно. Поэтому опять повторюсь, просто нажимаем настройки, вот, ищем о телефоне, может быть в разных разделах, в расширенных настройках, может быть в системе, но обязательно найдите этот раздел, щелкните, допустим, на Xiaomi, там в левом верхнем углу сразу большой квадрат открывается и написано там, версия, допустим, 14. И вам еще одно скажу очень интересное. Дело в том, что все смартфоны, купленные после 2020 года, они уже имеют прошивку системы Android 12 и выше. Если купленный телефон, скажем, до 2020 года, скажем, в 2017 году, да, то там операционка идет, версия Android 10, 8 и ниже. Так вот, если у вас даже есть 10-я версия, ваш Android все равно будет работать с такими приложениями, мессенджерами, как Zoom и как Teams. Вот. Так что вот посмотрите и будете знать. Если это была полезная информация для вас, благодарю. Всем удачи, хорошего настроения и здоровья.